Всем привет, меня зовут Женя, и в сегодняшнем видео мне хочется показать вам очень красивый ход макияж. Я заранее оформила брови, нанесла тон на лицо, пудру. Что ж, сразу берем в руки палетку Naked Heat. Мне она очень нравится, нравится точно так же, как Naked Smoky. Мне кажется, эта палетка 100% символизирует осень, опавшие листья, вот эти красно-оранжевые тона. И очень-очень хочется что-нибудь такое сделать яркое и красивое. Давайте вместе с вами все это сделаем. И в конце этого ролика вас ждет конкурс, где я буду разыгрывать 3 точно такие же палетки. Досмотрите до конца этот ролик, и вы подробно обо всем узнаете. Обязательно наношу на веки базу от Urban Decay. Вначале мне хочется затемнить складку века. Я могла бы сделать дневной макияж при помощи этой палетки, но мне хочется сделать что-то такое яркое, как я люблю. Серединку глаза я закрашивать не буду. В общем, я затемнила внешний уголок, теперь буду затемнять внутренний уголок, а серединку подвижного века я оставляю незакрашенной, чтобы потом нанести на нее блестящий пигмент, то есть шиммерные тени из этой палетки. Беру из этой палетки самый темный матовый оттенок и добавляю глубины цвету, немножечко-немножечко разрушевывая те же места, на которые наносила до этого тень. Это то есть внешний и внутренний уголок глаза. Совсем чуть-чуть добавляю глубины. И теперь на зоны, которые я не закрашивала, наношу красивый шиммерный оттенок на середину века, припечатывая. Теперь прокрасим нижнее веко, а для этого я использую сначала самый светлый оттенок, затем беру немного потемнее коричневый. Вау, потрясающие тени, мне очень нравятся, очень-при-очень. Теперь я немного прокрашу свои ресницы тушью и наклею реснички. Очень люблю хайлайтеры, поэтому я добавлю немного хайлайтера в уголки глаз и под бровь. Для этого нам подойдет золотой оттенок. У меня как раз таки есть классная палетка в 4 оттенках, в ней есть золотой. Осталось только прорисовать скулы. Для этого буду использовать новинку. Для моего макияжа я буду использовать сухие корректоры. У меня как раз таки есть естественный оттенок, без рыжины. И из этой же палетки возьмем хайлайтер классного мелкого помола и его нанесу на скулы и на галочку над верхней губой. И как мне показалось, идеальным оттенком под мой макияж глаз оказалась помада Vice номер 1993. Ну вот и все, получился теплый, яркий и модный макияж. А теперь, внимание, конкурс! Конечно же, в первую очередь хочется сообщить о том, что Naked Heat появились в России, теперь вы можете тестить эти палетки, покупать, они теперь во всех магазинах Urban Decay, это очень здорово. И, конечно, мне хочется порадовать вас и разыграть 3 такие крутые хитовые палетки Naked Heat совместно с Urban Decay. Условия очень простые, подробности, конечно же, читайте в описании под этим видео. А могу сказать одно, что вам нужно всего лишь подписаться на рассылку на сайте Urban Decay и прокомментировать это видео. В комментарии напишите просто хэштег Urban Decay. И все. Я желаю вам удачи, и через неделю мы выберем случайным образом 3 победителей, которые получат палетки Naked Heat. Спасибо огромное всем. Целую. Пока.